Массовая зачистка от нетрезвых водителей. Акцию по выявлению нарушителей сотрудники госавтоинспекции проводили с 13 по 16 декабря. Регулярные рейды призваны снизить количество ДТП и обезопасить жизни пешеходов. По статистике, в Курске число любителей сесть за руль после рюмки на столе увеличивается. Тревожит инспекторов и предстоящие праздники. Количество дорожных происшествий по вине нетрезвых водителей возросло на 38%. Вот, поэтому проведение мероприятий по массовой остановке транспорта в целях выявления таких нарушителей, на мой взгляд, является оправданным. Добавлю, в этом году выявлено уже около 2000 нетрезвых водителей. В ГИБДД обещают ужесточить контроль во время рождественских каникул.